Что-то предыдущая серия немножечко пошатала авторитет Нерисы. По этой драке можно сделать вывод, что никакая она не суперсильная и не крутая. Возможно, сколько раз повторять, это план. Возможно, бабка хитрая, но... Это план. Чтобы посеять у них ощущение победы. Чтобы они расслабились, как ты сейчас. Сработало. Я расслабился. Я перестал видеть Нерису везде. Я такой думаю, ну раз уж чародейки размотали, значит, не в каждой вазе она прячется. Это ее план. Они умрут. Ну, просто лохи. Но это пытка. Сидеть с ребенком – это не пытка. Пытка! Ясно? Лилиан большая, а мне? 14. Вот именно, мне 14. Да, ты взрослая. Вот и останешься с сестрой. Мы ненадолго. В 9 уложи ее спать. Постарайтесь не ссориться, а не то. Я оставлю Лилиан за старшую. Пока. Ну? Я думал, что в богатых семьях распространены нянечки. Да, я тоже подумала. Вот я не знаю, почему насколько... Не знаю, эксплуатировать своего ребенка? Но это учит его с этой, как, ответственности. Что... Бред. У меня не было сестер младших и братьев и старших. Но... Я считаю, что это неправильно скидывать детей на других детей. Ну, ты видишь, какая идея? Идея в том, что, типа, мы хотим развлечься, и нам нефиг делать с этим ребенком. Забирай. Чем мы займемся? Я буду изучать моду, а ты помалкивать. Жаль, ты не умеешь разговаривать. Было бы с кем поболтать вечерком. Сейчас он такой... Заговорит. Нериса. Ну все, пора в постель. Еще только 8. Я главная, я решаю. Чисти зубы и надевай пижаму. Живо! Ай, ненавижу. Чего себе 8? Значит, я свободна? Отложи журнал, крошка. Есть разговорчик. Ладно, это не Нериса, но... В целом, не знаю, как будто прямо ожидали, что он заговорит. Да, просто да. Столько, у него даже черты лица. У него больше столько внимания было уделено, такой, ну давай. Да. Ты же можешь. Он должен был. Я хочу лягушек какую-то. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и полны лихой прибой. Открыть себе таланты. Если я буду дергать глазом, это я не подмигиваю, не заигрываю, у меня просто нервяк. Чародейки. У, значит, убаюкать. Автор сценария Кэрри Пейтс. Разговаривает? Нет. Просто грызун Хагглс, чревовещатель. Без обид, Наполеон, но это уже слишком. Смешная шутка. Как звали этого у Сабрины-то, кота моего любимого? Салем. Салем! Да, мистер Хагглс испытал шок. Ничего, твоя крыса переживет. Он не крыса, а Соня и... Ой, я спорю с котом. Я не обычный кот. Я особый кот. Я спутник Лилиан. Ты спутник? Ой-ой-ой, знаю! О, хвостики! Хвостики, я думал... Хайлин. И много таких животных здесь. Мне кажется, там в третьем сезоне можно просто везти, а там все машины разговаривающие. Все. Вот, да, вот, да, типа, да. Последствия от войны с Фобос. Последствия от Уилл. Спутник — это волшебное животное, которое защищает ведьму. Моя сестра не подарок, но она не ведьма.
ну, не настоящая. Не сказал бы. Она лишь пожелала. И я заговорил. Великий ребенок. Иначе бы я не служил ей. Боюсь, ее сила проявилась слишком рано. Серьезно? Или чё? Я вообще это не помню. Так, это а как это? Лилиан, что, тоже ведьма? Это значит, что их силы проявились не случайно именно у этих девчонок. Помнишь, мы говорили, что бабка просто дала медальон рандомным девушкам? Точнее, силу вот как будто бы дала рандомным девочкам. Да это а да, означает, дело даже не в том, что... Что они все избранные, потому что в доме целых две ведьмы, это не совпадение, это уже гены. Я не к этому, как все девочки вместе сошлись, но я так понимаю, опять же, в великих комиксах был ответ на этот вопрос. Какая магия в лапах восьмилетней девочки? На, это опасно. Мой совет, скрывайте от нее, кто она такая. Мы не знаем, кто она такая. Пока у нас лишь вопросы. Попробуем найти ответы. Я не могу оставить ее. Теперь особенно. Я посижу, иди. Слушай, ну давай не будем скидывать счетов планы Нерис. Не, походу это правда. Нерис наквинтэссенсила ей всякие разные новые способности. Ну ладно, давай так. У кого еще есть? У Ирмы есть... Нет, это у Тарни есть брат, а у Ирмы тоже брат. Так, у кого еще? Все. Все. Вилл одна в семье, да. Хайлин тоже одна в семье. Да нет, не факт, что у всех, блин. Не знаю. Спасибо. Ну ты же говоришь про гены, ну вот поэтому не, я подумал, имею в виду, что у Корнелли именно. А, ну да, ты, это же твоя любимая стражница. О! Что за шум? Где Корнелия? А, скоро вернется. Она вышла, чтобы... Бросила меня? Как обычно. Эй, с тобой я и... Незнакомый тебе мужик. Они же раньше не виделись. Даже не парень Корнелии. Она ведь его не видела раньше. Да видела, может, они же все вместе тусят. Она знает о нем по-любому. Мистер Крагглс, да, и твой спутник... Ты ведь знакома с Наполеоном, верно? У него улыбка прям такая же. Он, как... У него реально такое человеческое лицо, да. Как со средневековых фрезок. Вы видели, как их рисовали? Ты видел, как кошек рисовали? Да, собак твой. Просто какие-то обдубленные животные. Но это специально было сделано. Типа, это злая сила. А злая сила должна ужасно выглядеть. Я не знаю, почему кошек. Хотя, возможно, это реально злая сила. Из вашего рассказа ясно, что сестра Корнелии – мощный источник магической энергии. Возможно, она сердце Земли. Не может быть! И это объясняет, почему маг выбрал вас стражницами. Так-так, еще раз. Это маг выбрал нас? Я думала, Ян Лин – бывшая стражница, а мы – подруги ее внучки. Видишь? Прикольно! Видишь? Это прикольно! Это получается, она маленькая увидела их впятером вместе, да? Каким-то образом. И такая ты-ты-ты-ты. Так, а маг выбрал? Маг выбрал... Что такое маг? Ну так вот маг, получается, сердце Земли. Я думала, маг – это их выбрал, это сердце Кандракара. Нет. Ну, они их камень, сердце так сердце, Кандракара. Смотри, сердце Кандракара выбрало тех, у кого есть силы. Силы появились, потому что их выбрал маг. Маг – это сестра Корнелии. Вот, получается, она их вместе всех увидела впятером. И вот поэтому это все их связало. Их связала, оказывается, не их внутренняя какая-то история. Нужные детали. Но это не совсем так. Я была новенькой, едва знала Хайлин. Хайлин избрана, чтобы обеспечить преемственность. А Корнелия выбрана стражницей Земли, чтобы своей силой и мудростью оберегать и направлять сестру, сердце Земли. У меня нет мудрости, чтобы направлять. Нас распирает от любопытства. Как нас выбрали? Да, слушаю. Все истины открываются со временем. Да расскажи. Сейчас. Сосредоточьтесь на ней.
Если Нериса узнает о девочке и ее скрытом даре, она попытается добавить силу Лилиан к своей. Но сердце нельзя отнять силой. Его отдают добровольно. Будто вы не знаете Нерису. Не забывайте, что она хитростью выманила сердце у Элион и Кадмы. Ну нет, никто не смеет мучить сестру, кроме меня. Вил, по домам, живо! Ну да, да, все, ну да, это, да. Нет, нам рассказали только про двух стражниц, как они были выбраны. Нет, так она поэтому и сказала, я была новенькая, как я была выбрана. Получается, что Хайлин она отвечает... Она сказала, что Хайлин выбрала, или Янлин выбрала, кто... Хайлин выбрала ее, она ее позвала к себе. Хайлин отвечает за преемственность, а силой наделяет, потому что, типа... Я ничего не поняла. Ну, я, кажется, понял. Я правильно понял, да? То есть Хайлин у нас собрала всех девчонок вместе. Какая Хайлин? Ты не путаешь с Янлин? Нет, Хайлин. Угу, хорошо. Ну, Хайлин. Она, Хайлин переняла силу от Янлин, твоя генетика, любимая. Она собрала вокруг себя подружек, и уже потом, получается, сестра Корнелии передала им всем силу. Надо пересмотреть первые серии, потому что я помню, что их силы в первых двух сериях начали проявляться... Одновременно, да. Вот если бы они у Уилл начали бы проявляться позднее, тогда это, ну, объяснялось бы. Потому что тогда, возможно, они вчетвером были да бы... Усатая и... женщина, блин, расскажи до конца. Со временем, блин, ненавижу это. Аккуратненько в комментариях дайте понять, правильно ли это. Если эти убеждения будут потом раскрываться по сюжету, тогда, наверное, подсказывать не надо. Но если нет, прям интересно. Хорошо, начнем. Давным-давно в волшебном замке жила одна принцесса. Эту красавицу звали... Лилиан! Как ты догадалась? Жаль, что помешала, но мне нужен Мэтт. Объявлена тревога. Все в драконе решают, что же делать. Я тебя подменю. Ясно. Пока, Лилиан. Уходишь? Но ты сказку недорассказал. Корнелия, ты все испортила! Это не Корнелия! Ну, не страшно. Я могу продолжить. Я тебя знаю. Ты мне враг. Ты правда так думаешь? Я клянусь быть лучшей в мире сестрой. С этой минуты. Это не Корнелия. Как ты понимаешь? Мистер Хагглс шипел на нее. Это не Риса. И она выгнала этого спутника. Там дети кричат. Ближе. Мне жаль, что мы отдалились. Давай больше никогда не разлучаться. Мы можем делиться всем, что у нас есть. О, кошмар, Корнели. Мистер Хагл сбежал. А ну-ка ко мне! Видишь? А, ну вот, весь зверинец взбесился. Помоги мне! Что ты делаешь? Нельзя оставлять ее сейчас! Ну-ну-ну-ну-ну! Да, ты была права! Отрадилась этим маленьким своим победам. Ну, наконец-то! Я вовремя понял! Это я? Да. Хагглс предупредил. Я бы не смог победить. Хитрить пришлось. Неплохо, Нериса. Но даже Хагглс знает, что я лучше. Что ж, тогда мне пора... меняться. Ух, а я... Я ожидал увидеть ее старую версию, да? Равно лучше. Маскируешься под стражницу? Напрасно. Ты старая корга, и все это знают. Жалкие насмешки не защитят твою сестру. Я еще вернусь. Она от нее не отстанет. Кто она? Не твое дело. Почему вскочила? Живо в постель! Все это обман. Я знала. Она наврала насчет лучшей в мире сестры. Не горюй, принцесса. Впереди еще сказка. Чудно, крошка. Просто чудно. Мой тебе совет, подруга. Завоюй ее доверие.
Раз Нериса прознала, нужно быть во всеоружии. Да, надо идти на опережение. Да. Как рассказывать про всякие гадости? Надо сначала ребенку их рассказать, чтобы он в извращенном виде не услышал их от своих сверстников. Все в подробностях, все вот на картинках показать. Видос. Видос. Какая сестринская серия. Мэтт, расскажи сказку, прошу. Кажется, у сестры получится лучше. Я не слышала первой главы. А мы только начали. Давным-давно жила принцесса Лилиан, и тут к нам ворвалась Корнелия Хейл. Не знаю, это как будто ты ж такой был. Ты что за такого? Не знаю, на кровати повалил. Да ну, я... Простите, возможно, вы... Она не станет. Как-нибудь сама решу. Если захочу рассказать, расскажу. Может, Опять еще один ребенок застрелился. Они сегодня стреляются целый день в подъезде. Я не знаю, в кого они играют, но еще один выстрел и падает. Ну, типа, тушка какая-то маленькая. Злой колдуньи, которую звали Нериса, она задумала лишить принцессу Лилиан волшебной силы. Но Лилиан везет. У нее 5 фей-защитниц. Вил, Ирма, Тарани, Корнелия... И Хайлин. Ты меня не защитишь. Ладно, 4 защитницы. Именно. Сказка интересная. Я тоже так хочу. О, нет. Они сейчас станут... Она сама колдует же. Она, короче, кот же сказал, что она захотела, чтобы я заговорил, поэтому я заговорил. Она... Блин, вот это самая крутая способность. Все, что ты хочешь, ну, превращается в я. Не знаю, Рубин, может это развратить тебя прям полностью. Нет. Все шмотки Шейна. Уже не Шейна. Эй, Вилл, ты сказала стражнице единой, а я не услышала? Я тут ни при чем! Я в этом не виновата! Видишь, она сама контролирует их превращение. Она захотела, чтобы они стали волшебницами. Да, 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 я тебе говорю, она контролирует. То есть она как наделяет их силами, так и трансформирует их в стражниц. Только от одного своего желания. Может быть, не знаю. Я не понимаю, как работают эти сердца. То есть получается... Просто они стражницы сердца Кондракара. Подожди, я не понимаю. Их камень — это сердце Кондракара, да. А не сердце Земли. Они сердце Земли, как это связано? А она сердце Земли. Да. Поэтому какая-то... Как стражница, как маг с сердцем Земли может создать стражниц, которая между Меридианом и всеми остальными? Значит, получается, с каждой планеты должно быть по 5 стражниц. Там у нас была сердце... Кадма. Кадма, да, с сердцем вот этих вот... деревья. Ну, там тоже, получается, должны быть стражницы, что логично. То есть там деревья-стражники. Не обязательно, чтобы у каждого камня были стражницы, каждого сердца, точнее, были стражницы. Но у сердца Кондракара такая способность. Я не знаю, я выдумываю. Как мы соединили, как мы создали стражниц на земле, и при этом это сложно. Ну, может быть, не для вас. Но мне сложно. В чем? В том, что мы превратились в стражниц? Или в том, что квартира стала замком? Или в том, что мир теперь огромный? Они же еще и феи! Да, во всем сразу. Нериса может выдать себя за кого угодно. Мэтт! Тихо. Вил. Лилия не должна видеть. Нужен Наполеон. А почему комната не трансформировалась? Да, кстати. Ведь она... Ну, чтобы она не поняла, кто она на самом деле. Сознание блокирует, да, да, волшебство. Ты, может быть, и хотел бы, да, но оно где-то, да, там, да, не, да, в твоей комнате, как глубоко. Но мистер Хаттлс, друг принцессы, всегда мог разоблачить Нерису. Да, точно. Вот это слово, теперь все. Хаттлс, Нериса метр.
Да. И он всегда будет ее вынюхивать, да, каким-то теперь супер ультимативным методом. Через пространство, через щели, все остальные мировые. Он все время будет ее, знаешь, как по GPS-у находить. К счастью, Нериса тут ни при чем. Все это устроила Лилиан. Замок феи-защитницы, сказка Корнелии, разбудила воображение. Лилиан превратила вас, крошки, в лилипутов. Но как? Она создала вокруг дома волшебную зону. Снаружи ничего не заметно. Бренда, ты не сказала мне ни слова. Знаешь, Марко, ужасно, что ты пригласил меня на этот фильм про турниры. Думал, мне понравится бессмысленная бойня? Но попав в зону, люди видят замок. Им кажется, что так и должно быть. Но, леди Бренда, вы выбрали турнир. Ничего себе! Вот это способность! Блин, она не только меняет... Она еще меняет... Она еще и сознание меняет. Сознание, да, восприятие, точнее. Восприятие меняет. Да, да, да. Кайф. Я намеревался... Слушать не желаю, милорд! И все создано воображением. Девочка очень сильна. Похоже, Лилиан и вправду сердце земли. И в окружении фей-защитниц принцесса спала и видела сон. Да, наверное, ее усыпила скучная сказка. Где же действие? Я думала, хотя бы Нериса нападет. Ладно, напала. Йоу. Но явилась не одна. Нериса повелевала злыми феями, и вместе они осадили замок, чтобы отнять принцессу Лилиан у добрых фей. Но все равно она же, эта сказка должна хорошо закончиться. Да, и... понятно, понятно. Блин, вообще чего? Вообще чего? Она просто может манипулировать всеми. Она Нерису достала вообще, хрен пойми откуда. Не... Ну да, 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 да. Все, она понимаю. Ее просто вытащила из какого-то другого измерения. То есть... Войны вообще может не быть. Надо просто прочитать попросить ребенку Лилиан сказку, где Нерису переехал трамвай, и все. Да. Я такая, ой, какая ужасная сказка. Ну ты че, братья Гримм, вот мы же с тобой читали. Здесь похожая история с отпиленными пятками. Такая, ой, какой кошмар, все, победа. Манипулировать можно до конца. Ужас. Интересно, она может? Может убить. Она может убить. Конечно. В каждой сказке есть какой-то трагический конец. Кто-то обязательно умирает. Ну, не обязательно, Рубин, но есть. Рубин, напомни такое. Мне хотя бы одну сказку, где никто не сдох. Красная шапочка. Волк. Золушка. Сестры ее. В оригинале им отрезали пятки, чтобы не они было смогли. Не такого. Да. Но они же не умерли. Да, они не умерли. Но это все равно ужасно. Я бы сдох от такого. Так, так, так. Похоже, что сила ребенка не на шутку разыгралась. По-моему, разыгралось воображение Корнелии. Мэтт расскажет ей. А пока зададим им жару. Теперь-то он не сбежит. Они же просто раз выходили этого видео, ну типа... Щекотно. Хотела помешать мне? Берегись! Очень крутая серия. Да. Вообще-то, честности я никогда не отличалась. Квинтэссенция! Могло быть хуже. Могли попасть в сачок, как несчастные бабочки. Крошки-феи в отчаянном положении. Еще чуть-чуть, и Нериса оборвет им крылышки. И что дальше? Ничего, ничего дальше. Нельзя так закончить сказку. А как насчет другой сказки? Чуть менее... бурный. Ну вот, он ничего не понимает в нормальных сказках. Понимаю, принцесса. Ведь сказки преображают жизнь. И в сказках страшная сила. Кто знает, пусть трижды мяукнет. Мяу, мяу, мяу. Мэтт, от тебя мало помощи.
Все это закон любых сказок. Вначале героям приходится плохо, а мы подходим к концу. Итак, А почему она отвлекла Мэтта, позвала его и не поговорила с Корнелией? Кто? Уилл. Так она, они уже там дерутся, когда и с Корнелией говорить? Она в самом начале, когда они превратились в маленьких и поговорили с котом. Даже до того, как Потому они поговорили с котом. Потому что она рассказывала сказку. Ну так, ну ты понимаешь? Как... Ну они отправили Мэтта. Ну ладно. Ну ладно. Я понимаю, что, возможно, половина бы из этого трешака бы не случилось, ну, если бы Корнелия... Может, параллельно случилось, что Нериса напала сразу. Но они же в самом начале увидели, они сразу поняли. И пошла к Мэтту, она что-то, Мэтт, все. Они не пошли к Мэтту. А, да. Они... Потому что Корнелия рассказывала... О, я запуталась. Угу. И решили, что пора применить тайное оружие. Суперсилу роста! Сейчас Нерисы спесь собьем. Нельзя менять правила по ходу. А? Ну что, сбили? Это же не комикс, а нормальная сказка. А что, Нериса не удивляется все, что происходит? Она знает, она же говорит, сила ребенка велика. Она все знает. Она не подозревает, что все сказки плохо заканчиваются для антигероев? Антизлодеев. Она же не знает, что она сказку рассказывает. Она предполагает, что эта девочка что-то там придумывает себе. Она с участием Нерисы? Она же наверняка не знает про сказку. Ну, давай. А в сказках не бывает суперсилы роста. А стебель? Бобовый? Брось, сказки — это феи, рыцари. О, драконы. Драконы! Только не драконы! Да, дракон! Огромный, зубастый и страшный. Громадный и с крыльями, как у летучей мыши. Он ведь на нашей стороне, да? Нет, глупый, это дракон Нерисы. Пупсик. А прикинь, девчонка, как ты, которая любит антигероев, плохих героев, да, как Малефисенту и прочее. Блин, Нериса вообще в этой сказке кайфово. Давайте, ну, она победила. Не думала, что заведу животное. О, и он изрыгает пламя! Все драконы изрыгают! Ну все, конец чародея. Что там за неслыханный грохот? Дракон нападает на замок. Не стойте на балконе, вы обгорите. Никогда не дают досмотреть. Что вы сказали? Ничего, миледи. И о чем думает Корнелия? Закон. Корнелия класс. Не думает. А может, она не в курсе? Корнелия, послушай. Давно бы так. Ай, кошмар. Что мы сделали? Мы дали Нерисе дракона. Это правило любой сказки, помнишь? Ну, раньше так нельзя было сделать. Ну, хоть додумались, слушай. А уже поздний час, пора закругляться. Да. Совсем без сил. Нельзя так все бросить, приснится кошмар. Кошмар? У Лилиан? Боюсь, это плохо кончится. Нужно спасти принцессу Лилиан. И в самом деле... Не припомню, чтобы я когда-нибудь с таким удовольствием давила... Какой у нее пробор интересный, Нерис. Мало победить ее один раз. Нериса вернется. Какой выход? Принцесса Лилиан спасет королевство, если одолжит свою силу помощникам. Кому? Тебе? Я не хочу твоей силы. У тебя есть рыцари. Рыцари? Конечно. Сэр Мэтью, сэр Хагглс и сэр Наполеон. Принцесса Лилиан, будем служить вам верой и правдой. О, ему дадут силы, он всегда же мечтал. Дело даже не в... О, интересно. Why not?
Почему нет? Действительно, почему нет? Мы все тогда в первом еще сезоне. Тут мешает только. Ну, прикольно. Может, регентами назначишь? У? Кто за регент? Он распоряжается твоей силой, пока ты не повзрослеешь. Если у меня такая сила, стоит ли ее отдавать? Лилиан, детка, как хочешь, только решай поскорее, пожалуйста. Я не знаю. Корнелия, что посоветуешь? Ты хочешь мой совет? По-моему, отличная идея. Где же она? Сэр Мэтью, сэр Хагглс, сэр Наполеон. Я, принцесса Лилиан, назначаю вас регентами своей силы и королевства. А как называется королевство? Земля. Ух ты, большое. Отныне вы регенты земли. Спасите королевство, спасите моих фей. Повинуюсь, госпоже. Это Шрек. Класс. Ах, не знаю, просто стереть вас в порошок или скормить моему дракоше? Бренда, Бренда, мне приснился странный сон, будто мы живем в замке и... Давай-ка спи, Марко, если не хочешь жить в отеле. Какая интересная пара. У них сложный сейчас этап. Сложный период. Но классные шорты. Шорты обалденные. Ух ты, я высокая? Вот загляденье. Полюбуйтесь, ни дракона, ни замшелых стен. Глупцы! Кто-то завладел силой сердца земли! Ты никогда не догадаешься, кто! Шеган? Малышка отдала нам свою силу. И вот что произошло. Трудно избавиться от привычек. Ты сказал, отдала нам силу? Мне, Хагглзу и Наполеону. Что-то непонятно? Я так соскучилась. Может, уничтожим стражниц все вместе? Вспомним былое? Вспомни. Подожди, так чего, Шеган, чувачек, ты... Ну, типа... Ну, он же ушел. Да, но... Мэтт теперь им управляет, он может в него превращаться. Ну, как сложно. Шеган пропал. Шегана высосали из него. Ну, он его вернул, только это теперь он им управляет. Я так поняла, не знаю. Ладно. Извини, Нериса, у меня новая госпожа. Мы регенты земли! И ты на территории нашей госпожи! Бедная бабушка. Ох, напугал словами о привычках. Привычки старые, трюки новые. Похоже, я сросся с обликом Шегана. Но теперь я никому не подчиняюсь. Внутри я по-прежнему Мэтт, и меня питает не ненависть, а сила Лилиан. Ты теперь вроде нас. Точно! Мы идеально дополняем друг друга. Твой огонь не остановит нас! В моем посохе сила двух сердец! Очнись, Нериса! Теперь у нас тоже два сердца! Есть другие миры, другие сердца, и все вам не спасти. Скоро вы не сможете спасти даже себя. Вот я тебе говорил, почти на каждой планете сердце Луны. Сердце есть, но не стражницы. Стражницы, они же стражницы завесы. Они типа завесы закрывают туда-сюда. Я так понимаю. За это отвечает Кондракар. Да. А Кондракар это отдельная, считай, планета. Да. Какая-то... Кстати, где это находится вообще? Кондракар это же вот куда они летают, где усатые люди. Да, но это где-то в облаках, то есть там есть атмосфера. Это какой-то земле принадлежит? И это замок парит где-то в воздухе.
Теперь Нериса не сможет похитить силу принцессы, потому что умная девочка отдала ее триумвирату регентов, которые будут защитниками земли, пока принцесса не станет достаточно взрослой. Как удобно. Вот так. И еще. Старшая сестра принцессы обещает всегда быть рядом. И никто не разлучит их вовек. И они жили долго и счастливо. Ну, в доме рыба есть? Ну как? Ничего страшного не случилось? Нет, как обычно. Какая крутая серия. Да, классная. Слушай, серия. Слушай, это прям... Ну, она, типа, очень она... много непонятного лично для меня. Да плевать. Нет, как бы понятно, нет, но они, я просто даже в восторге от того, как они арку закрыли внутри одной серии. Да. Я уже что нафантазировался столько проблем, да, что... И нам вернули рисовку Шегана, потому Шегана, что его же нарисовали, его надо дальше использовать. Ну, и появился этот, как его, Наполеон? Как звали да, кота? Наполеон. Еще кот появился, Хагглс появился, опять заново вернулся. Это очень крутая серия. Просто концептуально, ну вот как идея очень крутая. Да, да, что она, это прям ломает шаблон. Это прям моя самая, наверное, любимая. Сейчас вот я смотрю, обозреваю. Ну, не знаю. Мне очень понравилось. Я под впечатлением, правда. Я прям под впечатлением. Очень крутая серия. Очень хорошая. В любом случае, пишите, если это не спойлерные ответы на маленькие несостыковки, которые по ходу, как эти сердца работают, сложноватая тема, потому что... Точнее, понятно, как они силы получили, непонятно, как они стартанули. Короче, сложно. Если это будет не спойлером, обязательно почитаю. Спасибо, что посидели с нами на этой очень крутой серии. Будем смотреть дальше. Поставьте лайк обязательно.